Итак, дорогие друзья, сегодня я нахожусь в музее автомобильной техники, который находится в городе Верхняя Пышма. В данном музее предоставлено более 160 экземпляров автомобильной техники 20 века, прошу обратить внимание. Также около 200-100 экземпляров мото- и велотехники. Вся эта техника в идеальном состоянии. Приходите, осматривайтесь, фотографируйтесь. В общем, все это круто. Если вы заинтересованы в данной теме, то все ссылочки находятся в описании. Заходите, ознакомьтесь. И если вы проявите большую активность под данным роликом, то я совместно с этим музеем отсниму для вас еще какие-нибудь старые олдскульные тачки в идеальном состоянии. А сегодня мы с вами прокатимся на ГАЗ Волга 21. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Thank you.